Всем привет! С вами Ирина. В этом видео хочу показать вам орхидею Ванду, которую я заказывала еще в прошлом году у Швертера. И вот сейчас мы растим цветонос. У нас два уже таких классных бутончика набрались. Вот. Очень много в интернете ходит разных слухов, что ванды якобы не растут в коре, что им плохо, они погибают, корни гниют и всякое-всякое разное другое. Ну вот я вам хочу показать вот эту вот растюшку. Вот она как пришла от Швертера, вот они как заклеивают, бирочки сгибают туда в серединку, скотчем приклеивают. Вот так я бирочку даже не трогала, растение не пересаживала. Видно по горшочку, что здесь добавлены дробленные ракушки. Очень часто Швертер добавляет в растения при посадке подростков. Вот. Ну и вот так вот на сегодняшний момент выглядит эта ванда. Это не крупная ванда, это небольшое растение. Вы видите, какой горшочек, ну и вот относительно моей руки, какое это растение. Я вам даже вот так вот для сравнения возьму, вот в общем, как моя ладонь, вот это растение. Вот, абсолютно нормально чувствует себя растение, которое посажено в кору. Самое важное и самое главное в таком методе посадки, это в первую очередь не заливать растение. Нужно дожидаться, чтобы полностью наш горшочек, субстрат полностью просыхал. Даже если мы с вами вот развернем, мы видим, что здесь есть живые корни. То есть корни все-таки не сгнили. И то, что я поливаю это растение раз в две с половиной недели, абсолютно растению не навредило. Корешки у нас есть, вот этот вот корень очень длинный. Это растение, когда ко мне пришло, у него был где-то вот такой вот корешок. То есть корень у нас вырос очень даже. Я его ничего, никуда его не делаю, ничего с ним не предпринимаю, не кручу, не сворачиваю, не ломаю, в горшок не засовываю. Ну вот растению так удобно, комфортно. Вот, поэтому растюшка у меня продолжает расти дальше в том же горшочке. И вы видите, насколько ей комфортно, насколько ей хорошо, что растение все-таки решило процвести. Поэтому делайте, ребят, выводы о том, что пишут и говорят в интернете. Самое главное — это правильно посадить. Если взрослая ванда, значит, ее нужно посадить в крупную кору, чтобы была хорошая аэрация воздуха. Ну и, естественно, следить за поливом, не поливать часто, не заливать растения, и тогда все будет в порядке. Так что вот вам результат того, что ванда посажена в горшочек и абсолютно нормально себя чувствует. Всем вам огромное спасибо за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока.